Этот железнодорожный мост через Обь сооружается на трассе Тюмень-Сургут, одной из важнейших строек 9-й пятилетки. Со значительным опережением графика ведет монтажные работы коллектив 29-го мостостроительного отряда. Бригада, которой руководит Николай Булаш, завершает сборку каждого пролета за месяц, вдвое быстрее, чем определено заданием. За плечами многих монтажников большой опыт строительства в условиях сурового сибирского климата. Монтажник-подводник Геннадий Щепков строил Красноярскую и Вилюйскую ГЭС. Для него погружение в ледяную воду – привычная будничная работа. Строители 2-километрового моста обязались обеспечить рабочим поездам зеленую улицу через Обь уже к концу первого полугодия.